делаем их внутри. Подразумевается, что я ушел и ударил. Так, впереди стоишь, сзади стоишь. Вверх, вниз, по интеграмму, передок. Да. Цель. Или наклонишься противник, или впереди вас стоит ключицы, или согнутый противник. В конце. Так, ищу-то. Знаете, легче ломается. Как один зуб, помните? То же самое. Снизу идут, да. Можно бить, когда противник сбоку находится, или наоборот, когда ударил сверху, следующий удар будет, чтобы использовать одно движение. Один раз впереди стоящий, один раз сзади стоящий. Выкручиваете снизу движение. Не по впереди стоящему противнику. А когда я уйду, если агент зуки можно было бить отсюда, то сюда мне не ударит. Это как бы противник у нас сбоку находится. И я подошел. Но мы сейчас бьем.